Всем привет! Решил протестировать коврики от компании Sientex. Они заявляют, что коврики не пропускают влагу. Вот, для чистоты эксперимента застелил стол бумажными полотенцами. Берем коврик пассажирский, передний. Берем литр воды и начинаем выливать. Немножко попридавливаем это все дело. Так вот. Литр воды впитался и, собственно, ничего не катается, то есть расплескаться не должно. Если коврик, как заявлено, воду через себя не пропускает, то это просто отлично. Ну что, поднимаем, смотрим. Как видите, абсолютно сухо. Ассистент, снимите, пожалуйста, поближе бумажные салфетки. Вот. Ну и чтобы было видно, давайте покажем, что, собственно, на бумаге мокрые следы видно сразу. Вот я чуть-чуть с коврика выливаю. Спасибо за внимание.